В Иванове состоялось очередное собрание клуба «Ветеран» городского совета ветеранов. Горожан с большим стажем лично поприветствовал глава администрации Александр Кузьмичев и рассказал, что в городе сделано и что еще предстоит. В перерыве между концертной программой для ветеранов организовали своеобразную общественную приемную. Сотрудники 8 отделов городской администрации выслушали и взяли на заметку все обращения пожилых ивановцев. Конечно, такие встречи открытые. Они нужны, они позволяют услышать от ветеранов и получить от них вопросы в таком прямом эфире. Все вопросы, которые они нам передают, мы на них отвечаем и информируем их о тех событиях важных, которые происходят в нашем городе. Проблемы у всех разные. Бывают жалобы на медицину, кто-то недоволен работой транспорта. Но чаще обращения носят бытовой характер. Вездесущие ЖКХ. К сожалению, вот так сходу специалисты могут помочь не всем. Обратились с таким вопросом, что по работе колонки. Мы много раз обращались в водоканал, буквально вот в течение вот этого месяца. У нас идет очень плохая вода. Нам сказали, в общем, сейчас мне по благоустройству сказали, что это не наш вопрос, это коммунальное хозяйство. Коммунальное хозяйство сказало, это не наш вопрос, это благоустройство. Ну вот, а теперь я с вами разговариваю. Я думаю, что, наверное, кто-нибудь поможет. Подобные общественные приемные для пожилых людей проводятся ежемесячно, а проблемы жалоб меньше не становятся. Но одна только возможность высказаться, привлечь внимание чиновников для пенсионеров уже ценна. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.